Ну вот, день закончился. Дома все дела закончил. Теперь спортклуб. Вот. Большинство, наверное, удивляется. Вот. Ну, человек вот так вот кушает. Наверное, это, как мой друг сказал, вилаят. До подагры недалеко. Да нет, дорогой брат. Я такой человек, что, наверное, я даже тазик буду есть, я толстеть не буду. И живота не будет. Почему? Потому что я всегда в движении. Такую программу мне 50 лет назад, когда мне было 7 лет, еще дал отец. Я не знал с самого детства, что такое отдых. Хотя был единственным сыном в семье, для меня не было никаких поблажек. Вот. Мой день начинался с 6 утра, а в летнее время и 5, и 4 утра. Вот. И до самой поздней ночи. Я был в работе, в делах. Я был в отсутствии отца, главным таким мужчиной дома. Кто на Кавказе, Средней Азии знает, что такое быть единственным мужчиной дома после отца. Отец на работе, и все обязанности по дому: колка дров, поить скот, пасти скот, вот, все было на мне, в том числе и защита дома. Поэтому мое тело уже настолько привыкло к этому, да, к труду, ко всему. Я единственный сын был, и приходилось, и, как говорится, у других были братья, кто за них заступался в драках, за меня некому было. Поэтому и у меня тело тоже привыкшее ко всему. Для меня поэтому было смешно, когда уже во взрослой жизни кто-то говорил, что давай подеремся или что. Мне было смешно, потому что мне уже противника было жалко. Потому что мое тело-то уже привыкшее к дракам, как собака. Вот. И для меня это обычное дело было, как хлеб кушать, понимаете? Вот. Поэтому я всегда в движении, всегда. Не стою на месте. Я не помню, чтобы я когда-то лежал больной или что. Вот. Редко, когда вот чуть-чуть по температуре, например, и то полдня как-то это самое, потом сам себя начинаю ненавидеть. Вот. Даже моя первая жена, я, когда у меня почки заболели, простудили, я сам дополз до телефона и звоню, скорая приехала. Вот. Скорая моей жена говорит: ну подай ты хоть воду ему, ему же плохо, давайте укол, укол. Она говорит: да что вы на него смотрите? Он, говорит, из себя, говорит, строит, наверное, он, говорит, никогда не болеет, он металл, говорит. Вот на нее как заорали эти врачи: как вы можете, говорит, ему действительно плохо. И поэтому мне было всегда это, я даже, наверное, если умру, меня, наверное, дня три хоронить не будут. Ха-ха! Потому что подумают, что я прикидываюсь, лежу. Так что мне толстый живот не грозит, ребята. Сейчас я вот спортклуб. Вот. Пойду, побегаю. А так днем со своими делами. Так что мне, как говорится, ожирение не грозит никогда. И живота у меня не будет. Вот. Я же говорю, с 7-летнего возраста, даже мне еще 7 лет не было. Вот. Мой режим был 6 утра, подъем. Я должен был уже начинать сначала разжечь огонь, потом маме помочь разжечь огонь в тандыре. Ну, кто на Востоке живет, знает, что такое тандыр. Вот. Потом двор подмести, потом баранов накормить, корову травы убрать. Еще к школе успеть учиться хорошо, на отлично. Еще быть в школе отличником. Не только отличником, но и членом редколлегии газеты. А
всяким общественникам. Вот, писать статьи «Пионерскую правду», получать оттуда гонорары. Вот, все в моей жизни было. Я никогда не отдыхал. Никогда. И сейчас так же. Вот эта программа мне задана, которая пока еще кто-то не подводит. Поэтому не переживайте. Кто бегает, работает, ему и надо кушать. И ему некогда думать о дурном, о ерунде, о сплетнях. Вот. Понимаете? И так время проходит. Салам алейкум. Калдыңызмы? Вот. Так что, вот люди занимаются. Я тоже сейчас пойду, позанимаюсь. Видите? Вот. Так что, вот такие дела. За меня не переживайте. Вот. Сколько бы я ни кушал, она у меня уходит. Как мой папа говорил, у тебя, говорит, прямая кишка. А если бы я лежал бы на диване, мечтал бы, конечно. Вот. Тогда да. Тогда и ожирение было бы. Я бы вообще, может, тогда бы и не кушал бы, наверное. Я так думаю. И не проголодался бы. На всех вам благ, а я пойду. Может, там еще и детский клуб зайду. У них, может, сниму что-нибудь. Вот. И сам позанимаюсь. Всех вам благ. Доброго вечера. Пока-пока.